Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Котова Наталья Сергеевна. Я представляю компанию Sequoia Credit Consolidation. Звоню по поручению Почта Банка. Разговор записывается. Роман Николаевич Власов. Знаком? Ну. Это вы? Нет. Знаком? А он ваш знакомый? Я правильно понимаю? Он кокаин в Камбодже выращивает. Что выращивает? Кокаин. Кокаин? А вы откуда знаете? Ну, я его прикрываю здесь. Прикрываете? Угу. Коллега, да? Ну, информацию да. Смогли бы ему передать? Не, он в Камбодже. А как-то вы связь поддерживаете? Ну, конечно. Голубя он высылает раз в неделю. Голубя? Голубя. А и как, долетает? Ну, как долетает. Бывает долетает, бывает не долетает. Может, почему вы сейчас предоставляете мне ложную информацию? Почему ложную информацию? Наоборот, я вам выкладываю все как есть. Роман Николаевич выращивает кокаин в Камбодже. А я его здесь прикрываю. Вот. Все на духу выкладываю как есть. Вы хотите, голубям отправлю ему маляву? Да. Отправьте номер телефона нашей компании голубям. Голубям. Сколько летит? Голубь? Ну да, не быстро. Ну сколько? Сколько лет будет лететь? Я не знаю, неделю. От ветра зависит. А, неделю? Ну хорошо, за неделю. Да, тогда номер запишите. Угу. 8800? Я голубя надиктую сразу сейчас. Ну, дальше. 8800? Ага. 58? 58700, ага. 58 и 40 последний. Угу. Сообщите, что до 4 февраля досье его будет находиться в досудебном отделении. Ага. Необходимо связаться с нашей компанией. Если не свяжется... Ну, это вы сразу в Камбоджу туда, в Камбоджу туда отсылайте сразу, там, я не знаю, что там, документы досудебные вот эти, там, претензии, ну, или как там, что. Передайте, это очень важная информация, если вы сейчас врете, вы врете, соответственно, это будет наказуемо, тем самым вы подведете ваше задание. Конечно, естественно, конечно, я же осознаю, я же взрослый человек. Всю ответственность, естественно. Всего доброго, до свидания. До свидания.